История удивительного спасения человека, расстрелянного в Албастысае в годы репрессий, старожилы до сих пор делятся. Мало кто верит, что это произошло на самом деле. Рахым и Тимирбек Бейімбетовы – внуки того самого человека. Каждый год потомки Кумисбека Бейімбетова приходят в музей памяти жертв политических репрессий. Здесь хранится фотография их деда, человека удивительной судьбы. В 30-е годы был же голод. Сейчас уже признали, что это искусственный был. Многие умирали от голода. В это время он руководил большим колхозом и принял решение. Тогда семенной запас был. Вот из этого семенного запаса он выделил, составил список тех голодающих семей и выделил из семенного фонда, чтобы поддержать как-то их. И вот в 1938 году кто-то написал, с чьего разрешения он сделал это. И вот арестовали буквально за месяц, за полтора месяца его, вынесли ему решение расстрел. И расстреляли. А я знаю, что доподлинно, что он в 1958 году своей смертью умер. Когда Кумисбека Бейімбетова объявили врагом народа, жители колхоза отвернулись от его семьи. Но по ночам кто-то подкладывал под дверь куски хлеба и курт. Односельчане, днем на людях показывающие презрение, ночью, как могли, поддерживали семью человека, который помог и им пережить голод. Кумисбека Бейімбетова привезли на расстрел в местечко, именуемое в народе Албастысай. Приговор привели в исполнение и расстреляли его вместе с другими, такими же осужденными. Но он выжил, весь окровавленный, выбрался, подлечился и снова пришел в НКВД. Но в это время в Москве арестовали наркома Ежова, как мы знаем, расстреляли всю команду, и здесь тоже признали, что они, ну, невиновных расстреляли. А и вот он в это время он пришел сдаваться снова. Ну, ему сказали, что он родился в рубашке, и сказали дальше. После расстрела Кумисбек Бейімбетов прожил еще 20 лет, а в годы войны руководил колхозом. При этом никто с него не снимал ярлыка «враг народа». А чтобы не возникло лишних вопросов, по документам он числился рядовым служащим. Кумисбек Бейімбетов был реабилитирован посмертно указом главы Казахстана в 1993 году. В период с 1923 по 1953 годы репрессиям были подвергнуты 100 тысяч казахстанцев, 25 тысяч из них были расстреляны. В рассекреченных архивах НКВД на сайте stalin.mema.ru под фамилией Кумисбека Бейімбетова хранится дата его расстрела – 2 сентября 1938 года.